Екатерина Енишкина давно мечтала освоить парикмахерское искусство. Почти 4 месяца она проходит обучение в центре занятости. 2 сентября девушка будет сдавать итоговый экзамен, после которого станет квалифицированным специалистом. Я еще с 14 лет начала окрашивать волосы сама себе. Соответственно, полюбила это дело, начала в этом сама разбираться. А потом уже мои родные подтолкнули, говорят, а почему бы тебе и не отучиться. Теперь Екатерина советует и другим пройти обучение в этом центре. У меня очень много было вопросов по поводу обучения, и многие интересовались тем вопросом, как сюда попасть, и я писала и посты на эту тему, рассказывала лично многим, то есть те, кто хотел бы, но почему-то не сложилось или боялся. Вот. А сейчас многих я подтолкнула к тому, чтобы они пошли, записались на обучение. В нашем регионе обучают безработных востребованным профессиям за бюджетные средства уже 28 лет. В этом году его прошли 740 человек. А с 30 августа стартовали первые группы по обучению в рамках нацпроекта «Демография». У нас учебный центр сейчас вошел в нацпроект в качестве партнера Академии государственной службы. И хотелось бы отметить, что мы опять являемся операторами нацпроекта содействия занятости, направления на содействие занятости и демографии. Оставить заявку на обучение можно на портале «Работа России». Операторы программы в течение 15 дней проверят данные и направят на занятия. Стать участниками нацпроекта могут все желающие граждане, обратившиеся в центры занятости, также люди старше 50 лет, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, и женщины, которые не трудоустроены, но имеют детей дошкольного возраста. Наталья Балашова, Андрей Погосян, телеканал «Первый областной».